Именно цены являются темой, которая в наибольшей степени беспокоит население. Если цены будут высокими, то зарплата всегда будет казаться недостаточной. Среднесрочная задача определена. Инфляцию необходимо удерживать в пределах 5%. Но это общая цифра. На уровне личного восприятия инфляция у каждого своя. Человек судит о росте цен не по общей потребительской корзине, а по наиболее значимым 6-8 товарам, позициям товаров и услуг своего ежедневного спроса. И обратите внимание, ведь эти 6-15-20 позиций зависят только от нас с вами. Это продукты питания. Мы кричим, хвастаемся на весь мир, что мы обеспечили свой народ и экспортируем аж больше 5 миллиардов долларов сельскохозяйственной продукции. И это правда. Так почему не можем по нормальным ценам накормить собственный народ? Одна из причин – заигрались в рынок и демократию в экономике. Я повторяю последний раз правительству и особенно Министерству экономического развития и торговли, антимонопольному нашему министерству и профсоюзам, которым я поручил контролировать от имени народа ценообразование. Выбирайте любой путь, но жалоб людей на непомерный рост цен на эти 20 позиций, от которых зависит жизнь прежде всего малообеспеченного населения и наших пенсионеров, цены должны быть приемлемыми.